Губернатор Сергей Митин наделил Алексея Костякова полномочиями члена Совета Федерации России. Об этом сегодня сообщил пресс-центр регионального правительства. Указ принят в соответствии с федеральным законом о порядке формирования Совета Федерации. К настоящему моменту Алексей Костяков руководит областным отделением Пенсионного фонда. До этого работал в должности вице-губернатора Новгородской области, возглавлял филиал Северо-Западной академии госслужбы. Алексей Костяков наделен полномочиями члена Совета Федерации как представитель правительства Новгородской области. Напомним, что 28 сентября на первом заседании нового состава областной думы был определен второй сенатор от нашего региона как представитель в Совете Федерации законодательной власти. Им стал Сергей Фабричный.